Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кировской области нарастает кадровый голод. Сейчас на одну вакансию приходится 3,7 активных резюме при норме 5-6. Уровень конкуренции за рабочие места планомерно снижался последние полгода, отмечают в службе исследований HeadHunter. Сейчас в некоторых сферах, например, в добыче сырья, медицине и рабочем персонале вообще приходится меньше одного резюме на вакансию. Аналитики отмечают, что на дефицит на рынке труда повлияла и специальная военная операция, и частичная мобилизация, и уход из России иностранных компаний. Кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена. Для Кирова на 96 миллионов рублей купили еще 7 новых автобусов. Это деньги, которые удалось сэкономить от предыдущих аукционов. Это автобусы марки «ЛиАЗ» большой вместимости на 108 человек, оборудованы климатической установкой, системой ГЛОНАСС. В салоне есть камеры наблюдения, информмониторы, речевой информатор. При закупке этих автобусов также удалось сэкономить деньги. На них до конца года закупят еще одну или две единицы техники. Всего за последние 2 года в Кировской области приобретено 175 единиц техники. Обновление произошло на 90%. Автобусы работают на маршрутах, обслуживаемых Киров-пассажир-автотрансом. В эфире «Экономика». Каждая пятая компания в Кирове отказалась от проведения новогоднего корпоратива. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Суперджоб». 26% работодателей будут проводить корпоративный праздник на Новый год в офисе. 14% планируют новогоднюю вечеринку в ресторане. 8% соберутся за городом. В 20% компаний корпоратива не будет вообще. Половина из них отказалась от банкета из-за сложной экономической ситуации, а в другой половине изначально не было заведено празднование. В целом, по стране все больше компаний выбирают местом проведения банкета офис. Такая тенденция началась вместе с пандемией. Новогодних вечеринок в ресторанах будет немного. Для сравнения, в 2013 и в 2016 годах каждая вторая компания отмечала Новый год в ресторане. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Программа «Экономика».